Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Opel Corsa D 2012 года выпуска. Объем двигателя 1,4 литра A14 XER. Пробег автомобиля 122 376. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. Двенадцать килограмм. Третий цилиндр. Двенадцать килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Низ мотора чистый, сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.